Средства реабилитации и медицинское оборудование начали производить в Кустанае. Цех, где будут выпускать около 30 наименований продукции, открыли при поддержке государства. Инвесторы воспользовались сразу двумя программами – «Дорожная карта 2025» и «Экономика простых вещей». Современное оборудование позволяет выпускать продукцию круглосуточно, но пока работают на склад. Компания получает сертификаты и регистрационные удостоверения. После начнет продажи. В ассортименте почти 30 медицинских изделий. Будет производиться от медицинских кроватей, заканчивая реабилитационное оборудование, это инвалидными колясками, детские кувьезы, банкетки, кушетки, штативы. Подобную продукцию на рынок Казахстана 11 лет компания поставляла из России и ближнего зарубежья. Повышенный спрос заставил задуматься об открытии собственного производства. По государственной программе помощи малому и среднему предпринимательству получен кредит по программе «Экономика простых вещей» и субсидии по программе «Дорожная карта 2025», что нам позволило получить кредит под 6%. В этом году дорожная карта бизнеса пользуется повышенным спросом у предпринимателей. По сравнению с 2019-м число проектов выросло в разы. За 10 месяцев 2019 года мы поддержали 226 проектов на сумму 11,3 миллиарда, то за 10 месяцев этого года поддержали 398 проектов, что на 57% больше, а сумма 32 миллиарда, в три раза больше. В планах предприятия увеличить ассортимент выпускаемой продукции. Для этого готовят к запуску новые цеха. Как обещают производители, цены на местные средства реабилитации и медицинское оборудование не будут превышать стоимость импортных аналогов. Наталья Строкова, Эрмек Мухамедьяров, Кустанай, Хабар 24.